прокомментируйте на начало исход встречи, как вам игра, как вам содержание как бы матча? Исход, конечно, для нас он положительный, к этому мы и шли, но первые таймы мы сыграли на равных, забили, можно сказать, где-то второй мы провалили его, к сожалению, но за счет характера, за счет их ошибок мы забили второй и вытащили этот матч, как бы говорится, на хороший матч. Ați învins adversarul în toate trei meciuri din campionat. Credeți că sunteți mai buni ca ei? I-am învins foarte greu. Toate trei meciuri, dacă noi ținem. Dar eu azi, în timpul meciului, mă gândeam la primul meci când am fost. Ei au dominat, mă tic, 70%. Și mă gândeam la doilea meci când noi de-am jucat la egal. Azi s-a primit așa că prima repriză mai bine, a doua. De asta am început, dar vă spun, bravo, ei băieții, au ratat tot caracterul, a jucat mai bun, nu pot să spun, dar și, cred că și ei în creștere și noi în creștere, dacă nu facem și noi rezultat. Sunteți mulțumit de joc? Eu v-am spus, prima repriză da, a doua. С трибун болельщики говорили, ну, о передаче, вот, хорошая передача на Шумкина была, гол от Валерия Андроника. Две голевые передачи, вот, Валерий сделал, и Шумкин тот же имел моменты. Вот и игру я к тому веду, игру этих двух игроков. Как прокомментируете? Значит, я прокомментирую Шумкина, он сказал. Он, конечно, если он будет так и дальше играть, нам надо уже покупать валидол. Это не надо говорить чемоданами, потому что, конечно, он мог бы решить и больше. Сегодня быстрее исход, чтобы не было такой нервной оконцовки. Ну, Валера, что говорить? Андроник это уровень тот, который уже пришел, вы же понимаете, где он играл. Он на полсвета играл и чемпионат. Я даже не могу вам комментировать. Бытности в Чехии, когда я был 7 лет, там я его видел. То есть в Богемке он играл в карту. Это игрок с опытом и с головой, со всеми, он знает, что и как. И комментировать нечего. Молодец просто. Надеетесь, в оставшихся матчах уже соперники будут посложнее, но все-таки еще порадуйте победы болельщиков. Я бы не сказал, что пострашнее. Ну, давайте посмотрим игру с Зимбург, как Саксанс играл. Да. Отыграли очень хорошо. Я не хочу умилять заслуги Зимбру, но здесь, конечно, Саксанс здорово сыграл. И последний игр он очень хорошо. Тренер-статистикант пришел с другой идеей, то есть увидеть высокий прессинг с этим, выполняет это, есть и плоды. Следующие игры мы всегда, не будем говорить только об академии, мы уже готовимся к академии, уже с этой минуты готовимся к академии, значит, будем готовиться. Мы у нас как бы отрицательно с ними, потому что, вы знаете, ничейный результат, плюс мы проиграли, там где-то было нам обидно, значит, будем готовиться всегда на победу. Спасибо большое. Спасибо, успехов.